Сегодня свой профессиональный праздник отмечают экономисты, бухгалтеры, работники счетной палаты и финансовых учреждений. Финансовая система Приднестровья была образована 22 года назад. За весь период существования финансовой системы нашей республики она испытывала как взлеты, так и падения. И сейчас есть определенные трудности, но, наверное, чем больше трудностей, тем интереснее их преодолевать. И от слаженной работы всех сотрудников финансовой системы в конечном итоге зависит благосостояние нашей республики в целом. Благодаря работе специалистов профильных ведомств, рассказала Елена Гиржул, экономика республики сумела выстоять после инфляции и дефолтов 90-х, после экономической блокады 2006 года. Все мы знаем годы кризиса, как сложно мы переживали. То есть были взлеты, хорошие взлеты до 2008 года, хорошие объемы производства, хорошее поступление в бюджет. Потом было падение, довольно-таки серьезное падение в годы кризиса. Кризис, мы считаем, что он не закончился. Для того, чтобы выйти предприятиям на тот же уровень, который был, им необходима наша поддержка именно со стороны работников финансовой системы. Сегодня в Минфине состоится торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников финансовой системы. Более подробно об этом мы вам расскажем в вечернем выпуске программы «Вовремя».